Димочка Цой. Димочка Цой, это, конечно, опасный. Кулачок. Погнали. Если не помню, я тогда вживую сыграл. И там получилось все неплохо достаточно. Меня. У черных, в принципе, такая приятная позиция. Так, взяли, ладья e8 давай. Забрал. Итак, пока. На f3, f5. Взял. Так, напал на b2, напал на d3 какие-то идеи. Ну, у черных хорошая позиция явно. У черных явно хорошая позиция. Так, но все равно висит так и так. Я даже заберу. Мне кажется, что, да, линия, конечно, открывается, но... Я не думаю, что он что-то прям серьезное по ней мне сделает. А вот ферзь c2 не надо, наверное. Так, а если ладья g8, потом ферзь c2? Там на g2 мат будет висеть. Довольно приятный. Так. Может d3, кстати, пойти. Так, d2. Это 2. Забрал на e4. Да, ну абсолютно выигранная позиция у черных. Осталось выигранную позицию только выиграть. Совсем немногое. Так, сюда. Так. Да, ну тут, скажем так, белым не позавидуешь. 5, c4 хочу просто. 3. Там на ферзь c4, ферзь f3 будет. Да, на ладью напал. Этот ход можно понять. Давай просто так. Так, 27 секунд, кстати. Про время не забываем. Товарищи. Так, а шах. Димочку Цоя замочил. Отлично.